На берегу озера Красивого в Демском районе Уфы обустроят зону отдыха. Проект реализует индивидуальный предприниматель. Объем вложений в создание туристического объекта составит 87 миллионов рублей. Инициатива станет развитием действующей базы отдыха «Красивая поляна» с отелем, кафе и оборудованным пляжем. Инвестор уже приступил к реализации проекта, построил и запустил летний геокупол для проведения музыкальных вечеров, обустроил дом рыбака с инвентарем и места для рыбалки на берегу озера. Мы хотели сделать хороший пляж, сертифицированный, чтобы там места были и для маломобильных людей. У нас в дальнейшем строительство придорожной гостиницы на 40 номеров. И, конечно, мы хотим сделать еще в ближайшее будущее экопарк, экологический парк «Красивая поляна», где будут домики, где можно будет уже отдыхать с семьями на выходные дни. Строительство будут вести поэтапно до 2025 года. В планах предпринимателя построить еще один дом для рыбаков, геокупол, подзимний формат проведения культурно-массовых мероприятий, а также модернизировать гостиницу вместимостью на 25 человек. На территории комплекса откроют спортивную площадку. В качестве мер поддержки Инвестиционный комитет республики присвоил проекту статус приоритетного.